Друзья, всем добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре «Тренды wellness-индустрии». Для того, чтобы начать его, я хотела бы у вас спросить, напишите, пожалуйста, в чате, как хорошо вы меня слышите. Все ли слышно, все ли видно, видна ли презентация? Слышите меня, не слышите? Насколько хорошо слышите? Напишите, пожалуйста, в чате. Ничего не тарахтит, не фонит. Ну, будем надеяться, что вы меня все слышите, поэтому с огромным удовольствием сегодня я буду говорить о тех трендах wellness-индустрии, которые, в принципе, у нас планируются, о которых мы всегда, каждый каталог говорим. Я хотела бы сказать, что мы начинаем говорить еще и о формировании привычек. То есть каждый каталожный период, в каждом каталоге мы будем говорить об одной привычке, как правильно ее сформировать на протяжении 21 дня действия каталога. И я уверена, что уже к следующему вебинару, в следующем каталоге у нас с вами появится уже 100% хорошая, правильная привычка. Ну, обо всем по порядку. Итак, что же такое вообще, какие тренды wellness-индустрии и на что стоит обратить внимание? Сегодня мы с вами будем говорить о первой теме, о формировании правильной привычки, вот здоровой привычки – завтрак. Что же такое завтрак, зачем нужно завтракать, что можно кушать, какой должен быть рацион, какой должен быть у него колораж, или, например, сколько нужно что-то съесть на завтрак, что делать, если завтракать не хочется. Вот на эту тему мы сегодня немножечко поговорим. Вообще скажу, что завтрак, в принципе, он должен быть одновременно питательным, он должен быть одновременно быстрым и, конечно же, полезным. Многие диетологи, причем диетологи абсолютно всего мира, считают, что прием пищи, вот именно завтрак, не должен быть позднее 10 часов утра, и составлять он должен как минимум треть суточной нормы калорий. Причем, если в среднем девушка тратит, например, 1800 калорий в течение дня, то завтраком она должна получить 600 калорий, это однозначно. Есть такое мнение, и в большинстве случаев диетологи говорят, что оно правильное и верное, что все, что съедено с утра, полностью сжигается на протяжении всего дня. Поэтому это съеденное с утра не откладывается в нашем организме в виде жира и каких-то некрасивых жировых отложений. Поэтому замечено, что люди, которые имеют привычку завтракать и забывают ужинать, они, как правило, выглядят хорошо и абсолютно не поправляются, не страдают вообще избыточным весом. Ну и, конечно же, правильное начало дня – это, ну вот, завтрак может гарантировать правильное начало дня. Это однозначно. Почему? Потому что он обеспечивает организму необходимый объем питательных веществ. Он способствует сформировать правильные, здоровые, питательные привычки. Он защищает организм от вредных фастфудов или такого желания съесть что-нибудь нехорошее на какой-нибудь перекус в течение целого дня. Он предотвращает переедание на ночь. Это все завтрак. И, кстати, если говорить о том, какой должен быть ужин, то ужин, если уж вы ужинаете, он должен составлять всего лишь 15% наших калорий, которые мы получаем с продуктами питания в течение целого дня. Ну и, конечно же, правильный завтрак, он улучшает общее самочувствие, хорошее дарит настроение, конечно же, делает отличным нашу умственную активность. Причем скажу, что ученые доказали, что люди, которые имеют такую привычку правильно завтракать, они имеют достаточно сильный иммунитет и очень-очень редко болеют. Ну а какие же продукты выбрать нам на завтрак? Самое главное правило, которое важно, это, конечно же, разнообразие. Почему? Потому что чем разнообразнее виды ваших завтраков, тем ваши клеточки каждый раз получают разные питательные элементы, а это шанс быть молодой, красивой, здоровой, в общем, все, о чем мы с вами мечтаем.
Давайте посмотрим, какие могут быть варианты завтрака. Первый вариант – это каша. Причем важно понимать, что каша очищает кишечник, каша заряжает энергией. В крупах достаточно очень много витаминов, минералов, которые полезны для всего человеческого организма. Ну и, конечно же, самой популярной и по питательной ценности является овсяная каша. На втором месте стоит бутерброд, но важно понимать, каким он должен быть, потому что бутерброд бутерброду рознь. Это, да, возможность отлично позавтракать, но есть важные правила. Если ломтик хлеба будет цельнозерновой, если на хлебе будет, ну, например, кусочек там малосольного лосося и, конечно же, свежий огурец. Можно выбрать на завтрак даже нежирное мясо. Вот оно тоже будет здорово смотреться. Особенно, если вы в течение этого дня планируете достаточно хорошую физическую нагрузку. То есть позавтракать легко можно мясом курицы, индюшки. Ну, а если вы добавите к таким паровым мясным продуктам еще и помидор, огурец, какую-то зелень, это будет вообще очень-очень супер. Еще одним вариантом завтрака является яйца. Причем яйцо – это уже готовый источник белка. Ну и одним из важных моментов, что яйца можно готовить совершенно разными способами. Можно отварить, можно сделать омлет, яичницу, можно сделать яйцо пашот. И это тоже будет очень-очень питательно и ценно. Обращаю ваше внимание на то, что одним из вариантов завтраков тоже должны быть или могут быть йогурт, но йогурт без каких-либо сладких добавок. Должен быть классический, 100% натуральный йогурт, либо мюсли с фруктами. Ну и тут тоже важно обратить внимание на то, что мюсли тоже должны быть правильными и не сладкими. И еще одним вариантом завтрака считается творог. Почему? Потому что это безумно хорошо усваиваемый продукт. В твороге содержится огромное количество аминокислот, содержится кальций, фосфор, содержатся витамины. Ну, в творог можно добавлять всевозможные сухофрукты, измельченные орехи, ягоды, сметану. Это тоже очень вкусно, это полезный завтрак. А вот сладости по утрам лучше избегать. Вот здесь важно обратить внимание, чего стоит отказаться. Конечно же, от сладких каш тоже. Поэтому здесь может быть альтернативой, ну, ложка меда в кашу. Также стоит исключить насыщенные жиры, соль, ну, как бы достаточно большое количество, а также сиропы, всевозможную выпечку и, конечно же, белый хлеб. За 30 минут до завтрака вообще есть рекомендация выпивать один стакан воды, и причем этот стакан воды, он запустит наше пищеварение, это будет очень-очень хорошо. Ну, а чтобы быть вообще на 100% уверенным, что ваш завтрак или вместе с завтраком вы получили всевозможные питательные вещества, обязательно добавьте Wellness Pack, и это будет действительно правильно. Причем скажу, что завтраком и с Wellness Pack поступит к нам столько питательных веществ, ну, например, да, астаксантина мы получим как полторы порции лосося. Омега-3 мы получим как порцию жирной рыбы. Витамина С как один большой апельсин. Магний как 100 грамм шпината. Белок как съеденные 2 яйца. Клетчатка, как в 2 сливах, кальций, как стакан молока. То есть на самом деле, действительно, если уж выбирать, то выбирать, конечно, правильный завтрак и обязательно подпитывать его витаминно-минеральным комплексом. О чем еще важно говорить, когда мы говорим о трендах wellness-индустрии? Сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на тему «Экспертное мнение». Причем мы опять обращаемся к нашему эксперту, к магистру естественных наук, глобального директора по wellness-тренингам компании Oriflame Хизер Ливингстон, которая рассказывает нам всегда про сообщество. Почему? Потому что сообщество – это один из тех столпов, на которых вообще незыблемо стоит Oriflame, да, держится Oriflame. Причем это одна из самых необходимых составляющих хорошего самочувствия, здорового образа жизни. И скажу, что на самом деле специалисты не раз исследовали разных людей, отдельные группы населения, которые, например, вовлечены и какой-то определенной единой целью или имеют единомышленников. И на
самом деле, начиная с прошлого века, с далекого 1986 года, уже были сделаны доклады под названием «Чувство общности», например, да, где ученые выделили четыре элемента, которые создают вот то самое чувство общности. Это членство, это влияние, это интеграция и эмоциональная связь. Четыре важных вещи, которые, в принципе, дают понять человеку или почувствовать человеку себя связанным с другими какими-то ценными и полезными связями. Немало исследований было проведено для сообщества, понимая, что человек нуждается как в физической поддержке, в ментальном здоровье, в продолжительности жизни. И скажу, что эти исследования показывают, что для человека действительно важны сообщества. Поэтому мы с вами должны прекрасно понимать, что люди, которые безумно хотят, очень сильно хотят жить долго, они вносят достаточно весомый вклад в развитие сообществ, в членство в этих сообществах и так далее. Вот, поэтому эти аспекты безумно важны. Интересный факт, еще один, это факт, который связан с нашим Стигом Стеном. Почему? Потому что Стиг Стен интересовался вот самыми разными аспектами сообщества и сделал такой вывод, что социальная вовлеченность людей в какой-то общий проект, в принципе, дает возможность человеку иметь крепкую, здоровую иммунную систему. Особенно это связано с пожилыми людьми. Друг с другом взаимодействие помогает сохранить еще и хорошее самочувствие, уменьшает какое-то такое негативные эмоции. Ну и согласно вот всевозможным исследованиям, понятно, что для того, чтобы повышать настроение, повысить себе настроение, конечно же, нужно находиться в кругу своих друзей. Таким образом, важно понимать, что мы предлагаем людям действительно один из самых важных проектов – это сообщество. И вы прекрасно знаете, что у нас достаточно много сообществ. Это и бьюти-бокс-вечеринки, это wellness-сообщество. Это сообщество людей, которые действительно живут счастьем. Это сообщество, которое сейчас у нас находится на конференции в Хорватии. Это все, друзья мои, сообщества. И вот такое огромное количество людей – это гарантия долголетия, это гарантия хорошего настроения, это гарантия здоровья иммунной системы, вообще ментального здоровья, это все дело сообществ. Поэтому, ну вот, важно понимать, что для того, чтобы входить в часть такого сообщества, очень важно, чтобы мы находили общие темы. Вот одной из как раз таких тем является привычка правильно завтракать. Ну, а говоря о том, я уже говорила на первом слайде о том, что привычка правильно завтракать, это, конечно же, безумно хорошо, но добавив в завтрак пакетик Wellness-пэка, это мега-мега круто. Поэтому, друзья мои, именно о Wellness-пэке я хотела бы сегодня с вами и поговорить. Что здесь важно знать? Что необходимо знать о том, что такое Wellness-пэк? Напомню о том, что это продукты, которые нужны отдельно для женщин, отдельно для мужчин. И решают они совершенно разные аспекты нашего, скажем так, здоровья, долголетия, красоты, успеха, молодости и так далее. Не зря позиционирование Wellness-пэка – это шведский секрет молодости. Почему? Потому что вот в одном сашете, да, находится две омеги-3. Один шведский бьюти-комплекс плюс и одно таблетированное дроже мультивитаминовых минералов, отдельно подобранных для женщин, отдельно подобранных для мужчин. Каждый Wellness-пэк – это 21 пакетик. Ровно 21 день в каталоге у нас с вами есть уникальная возможность поддерживать наш рацион,
правильными макро- и микроэлементами. Это одна из, как бы, из важных частей. Ну а для того, чтобы более подробно о нем поговорить, я скажу, что выбор на Wellness Pack, ну, это одно из правильных решений. Почему? Потому что это тот продукт, который нужен абсолютно в любом возрасте. И в 20, и в 30, и в 40, и в 50, и в 80. Это то, что очень часто не хватает в нашем организме. Это тот продукт, который дает здоровье иммунной системе, и поэтому риск хронических заболеваний уходит гораздо-гораздо на задний план. Это тот продукт, у которого прямо на упаковке уже есть возможность посмотреть, как положительно влияет непосредственно на наше здоровье прием Wellness Pack. Ну, обо всем по порядку. Очень часто наши клиенты говорят о том, что чем может быть Wellness Pack полезен для меня, если я покупаю витамины, я отдельно пью омега-3, хотя не уверена, что многие пьют омега-3. Я знаю точно, что в Украине у нас всего лишь 3% населения людей, которые употребляют на постоянной основе витаминно-минеральные комплексы. И в данном случае скажу, что все, что указано на упаковке, это все, об этом стоит говорить. Ну, например, да, почему Wellness Pack полезен для меня? Первое, это, конечно же, состояние кожи. И вот здесь вот на состояние кожи влияют абсолютно все продукты. И витаминно-минеральный комплекс, и астаксантин, и омега-3. Это возможность кожу сделать более увлажненной, более крепкой, сделать ее более плотным тургор. Да? Это возможность бороться с такими разрушительными воздействиями солнечных лучей или ультрафиолета, да, и возможность немножечко разглаживать морщинки, бороться с какими-то процессами на лице, изменениями на лице. Wellness Pack – это еще и жизненный тонус. Почему? Потому что энергию, которую мы с вами получаем благодаря этим продуктам, этим трем составляющим, они нам дают достаточно очень хорошую, пищу для энергии. Очень часто, вот я думаю, что вы тоже заметили, если вы вдруг с утра или в обед не успели выпить Wellness Pack, однозначно стоит обратить внимание на то, что его нужно выпить, ну, именно в этот период, потому что вечером очень сложно уснуть. У вас появляется больше сил, вы меньше устаете, вам не хочется спать. И это все, это, конечно же, Wellness Pack. Поговорим об иммунной системе. Почему? Потому что те, кто на постоянной основе регулярно употребляют Wellness Pack и получают свой организм макро, микроэлементы, мощнейшую антиоксидантную защиту, подпитывание организма полинасыщенными жирными кислотами ряда омега-3, тут могу точно сказать одну из важных вещей, что риск хронических заболеваний уходит на задний план. Даже если они у вас и были, эти хронические заболевания, то обострение становится все реже и реже и реже. Почему? Потому что крепче становится иммунная система. Повышается сопротивляемость нашего организма ко всевозможным процессам, таким как вирусным, бактериям и так далее, которые, в принципе, вызывают воспалительные процессы, заболевания в нашем организме внутри. Сердце. Еще один важный момент. Почему? Потому что сердечно-сосудистая система или заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня во всем мире стоят на номером один. Инфаркты, инсульты – это заболевания под номером один по всему миру. И вот говоря об этом, очень важно понимать, что на стенках кровеносных сосудов, благодаря тому, что или из-за того, что не благодаря, из-за того, что у нас есть неправильное питание, или мы не получаем с продуктами питания там жирные кислоты, полинасыщенные жирные кислоты, на стенках сосуда образуются жировые бляшки, которые, в принципе, делают кровь гуще и замедляют проходимость по кровеносным сосудам крови. А ведь именно с кровью, с красными кровяными тельцами, эритроцитами к нашим органам поступает кислород. Именно он усиливает обменные процессы. И представляете, да, когда кровь становится густой, когда
не проходит кровенос, не приходит вовремя кислород к какому-то органу, орган начинает заболевать и получаются хронические заболевания, в том числе и наше сердце. Сердце, получая кровь, ведь это мощнейший насос, который качает постоянно и регулярно, и все вот зависит от того качества крови, которое поступает в этот насос. Поэтому, друзья мои, очень важный момент. Омега-3 решает одну из важных проблем, это проблемы инфарктов, инсультов, непосредственно сосудов и сердечной деятельности организмов. Мышцы и суставы, еще один очень важный момент. Воспалительные процессы в суставах, как правило, это такое заболевание, или с ним мы сталкиваемся уже в более зрелом возрасте, после 50, после 60 лет, ну и так далее. Мы все равно чувствуем, что начинают болеть суставы, начинают они как-то воспаляться и так далее. Возможно, мы не обращали внимания. И вот тут в данном случае стоит обратить внимание, что Wellness Pack снижает воспалительные процессы в суставах, и человек переносит комфортно самые там резкие перепады температуры или холод и так далее. Мышцы. Говоря о мышцах, любая физическая нагрузка приводит к крепатуре, особенно если вы давно не делали чего-то, то иметь возможность восстановить мышечный каркас достаточно легко благодаря Wellness Pack. Ну и, конечно же, зрение. Вот тут стоит обратить внимание, что одним из ингредиентов шведского бьюти-комплекса все-таки является черника, а как пищевая добавка черника, она всегда влияет на качество зрения. Черника, да плюс астаксантин, да плюс омега-3, это те волшебные компоненты, да плюс витамин А, который находится в витаминно-минеральном комплексе, да, это все непосредственно прекрасно воздействует на наше зрение, на зрительный пурпур, и мы хорошо воспринимаем солнце, яркий свет, цветовое восприятие, плюс у нас достаточно очень-очень хорошая защита. Но что еще стоит обратить внимание, почему мы должны гордиться непосредственно нашими продуктами? Продукт Wellness Pack однозначно уникален. Почему? Потому что очень много результатов, которые мы с вами можем видеть в рекомендациях, в руководстве по продукции Wellness. А, кстати, все, кто сегодня подписан в Wellness прокачку, вы увидели, что уже у нас онлайн доступно новое руководство по продукции Wellness. И я обращаю ваше внимание, что код продукта, потому что там есть ошибка, я прям пишу в чате, 515-0-30. Это руководство по продукции категории Wellness. То долгожданное руководство, которое в онлайн формате может быть доступно, вы его можете скачивать и можете им абсолютно все пользоваться. Я могу сказать только одно, что говоря о клинических результатах, они все подтверждены письменно. Они есть в книге Oriflame непосредственно в этом руководстве. Что еще стоит, на что стоит обратить внимание? На тот мощнейший антиоксидант, который входит в состав шведского бьюти-комплекса астаксантин, да, который просто мощнее в природе и в медицине, просто антиоксиданта не создано, не придумано, и его защитные функции безумно здоровскую роль играют в нашем здоровье, в нашем организме. Полинасыщенные жирные кислоты, омега-3, витаминно-минеральный комплекс. Все это здесь находится в таком правильном составе, что употребляя все эти 4 компонента вместе с основным приемом пищи, вы однозначно получаете макро-микроэлементы, вы даете здоровье каждой вашей клеточке, которая, как и вы, по утрам просыпается и нуждается в правильном, хорошем здоровье. Wellness Pack производится на заводе, который сертифицирован самым высочайшим стандартом GMP. Очень часто бывают такие вопросы, когда почему на упаковке Wellness Pack там, или коктейли, или еще чего-то не стоит стандарт GMP. Я хотела бы вам напомнить, что фармацевтические сертификации с фармацевтического стандарта GMP, высочайшего стандарта, присваивается не продукту, а заводу-изготовителю. И вот очень важно, чтобы вы понимали, что мы выбрали такой завод для того, чтобы производить высококачественные пищевые добавки, которые дарят здоровье, молодость и красоту. Это, конечно же, наш Wellness Pack.
Ну, а говоря отдельно о каждом продукте, давайте поговорим о шведском бьюти-комплексе плюс. Почему? Потому что здесь основные компоненты астаксантин и экстракт черники. Немного поговорим об астаксантине. И тут я хотела бы вам добавить, сказать одну важную вещь, что астаксантин мы увидели уникальную способность водоросли, бурой водоросли, которая растет на Стокгольмском архипелаге в Балтийском море, краснеть под палящими лучами солнца. И вот скажу, что он не пробивается, друзья мои, он есть, этот код, но он не пробивается, потому что его нет в печатном виде на сайте. Но это руководство по продукции Wellness, поэтому давайте подождем немножечко, чуть-чуть вот больше будет информации, и я обязательно дам и Wellness прокачку результат, как взять это руководство, потому что в живом наличии пока у нас его нет, поэтому оно и не пробивается, его нет на складе. Давайте продолжим. Итак, шведская водоросль, которая имеет потрясающее название, это Hematococcus pluvialis, она произрастает у берегов Стокгольмского архипелага, и во время приливов ее отрывает со дна, и она попадает под палящие лучи солнца и становится красной. Что позволяет водоросли становиться красной, а потом вновь попасть в воду, быть опять зеленой? Конечно же, вот этот красный пигмент астаксантин. То есть организм, который ни секунды не может прожить без воды, все равно не разрушается благодаря вот этому красному пигменту. Так вот, благодаря этой водоросли появилась возможность у компании Биореал, которая стала главным поставщиком для нас непосредственно астаксантина, появилась возможность производить или культивировать эту водоросль для того, чтобы мы получали астаксантин. Мы с вами. То есть у астаксантина мощнейшие защитные функции, мощнейшие. У него есть накопительный эффект. Каждую нашу клеточку он как бы закрывает саркофаг и не дает разрушаться. И вот это вот основное свойство. Я могу сказать вам, эксклюзивность астаксантина в том, что, ну, например, я думаю, вы тоже слышали такую историю, типа Мадонна пьет астаксантин. Нет, Мадонна не пьет его. Мадонна знает, что в красных дарах моря есть астаксантин, и поэтому она безумно любит всевозможные красные морепродукты, там красная рыба, креветки, еще там что-то, то есть там, где есть астаксантин. Но вот только у нас с вами есть возможность пользоваться таким замечательным продуктом. И плюс астаксантин, благодаря своим мощнейшим защитным противовоспалительным функциям, он еще и усилен действием экстракта черники, еще одного антиоксиданта, который безумно благотворно воздействует на зрение, на нашу сердечно-сосудистую деятельность организма, на то, что он еще и богат таким вот источником, ну, является источником витамина С, иммунного витамина, то есть, ну, это как бы одни из самых важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Поэтому, когда мы говорим, выпивая одну капсулу шведского бьюти-комплекса плюс, вы четко должны понимать, что это отличная возможность замедлить процессы старения, это хорошее состояние нашей кожи, это здоровенькие наши клеточки, это отличное наше зрение и это хорошая сердечно-сосудистая деятельность нашего организма. Отдельно индивидуально подобранные витамины и минералы отдельно для женщин, отдельно для мужчин, это еще один предмет гордости. Почему? Потому что так уникально подобрать формулу, где у женщин есть усиленное содержание фолиевой кислоты, кальция и железа, тех витамина и тех минералов, которые являются, ну вот прям дефицитными в женском организме. Или отдельно подобрать для наших мужчин витамины с усиленным содержанием селена и магния в мужском комплексе, это тоже очень-очень важно. Причем скажу, что цинка, селена и магния, скажу, что здесь в данном случае очень важно понимать, ведь магний нужен и женщинам, магний нужен и мужчинам. Минерал магний безумно хорошо работает с нашим сердцем, но магний это еще и выносливость и рост мышечной ткани. Поэтому не стоит сомневаться, да, или не стоит, да, скорее всего, не стоит сомневаться в том, что мужчина, употребляя более завышенное содержание магния, будет не только иметь здоровое крепкое сердце, но и, конечно же, отличный рост и энергию мышечной массы.
Это возможность, витаминно-минеральные комплексы, это, конечно же, возможность еще и поддержать здоровье иммунной системы. Почему? Потому что вита от латинского слова жизнь, витамины жизненно необходимы нам. Именно с витаминами обновляются наши клеточки. С витаминами они очень многие ответственны за какие-то определенные процессы в нашем организме. Например, да, фолиевая кислота, витамин В9, он ответственен за здоровье новых клеточек, за молодость новых клеточек. Или, например, витамин А, который безумно важен нашему организму. Это жирорастворимый витамин, который ответственен за наше зрение. Это витамин, антиоксиданты, молодость нашей кожи. То есть здесь действительно очень много тех важных моментов, на которые стоит обратить внимание. И плюс, многие витамины без действия минералов, они абсолютно ничто. Вот минералы и витамины усиливают действие друг друга. Я их очень часто называю сладкая парочка Твикс. Ну, например, витамин фолиевая кислота, витамин группы В, плюс минерал железа, это сладкая парочка Твикс. Именно они помогают женскому организму максимально женственно себя чувствовать и как в период беременности, так и в послеродовой период. Или, например, для наших мужчин есть еще одна сладкая парочка Твикс. Это, например, витамин С и селен, да, витамин антиоксидант. Это здоровье и молодость мужской кожи. Или, например, для здоровья наших костей, крепости наших костей и зубов, конечно же, витамин D и такой минерал, как кальций, это тоже сладкая парочка Твикс, они усиливают действие друг друга. Поэтому, друзья мои, без витаминно-минерального комплекса абсолютно никак нельзя. И здесь один из тоже есть важный момент. Очень часто говорят о том, что чем отличаются наши витамины от тех витаминов, которые прописывают нам врачи. Не стоит путать суточные нормы потребления витаминно-минеральных комплексов с усиленным содержанием витаминов во время процессов болезни, каких-то процессов болезни. То есть то, что прописал врач, во время, например, беременности или какой-то угрозы, очень часто прописывают прям высокое содержание фолиевой кислоты, там витамины пригнокеа для беременных. То есть на самом деле то, что прописал врач, это значит, что здесь высокое содержание витаминов, которые на данный период нужны нашему организму. Мы не говорим о болезни, мы говорим о повседневной нашей жизни, о том, что, к сожалению, настолько низкая питательная ценность тех продуктов питания, которые мы с вами покупаем, неважно где, супермаркет, рынок, абсолютно неважно, скудные почвы, всевозможные кислотные дожди, неправильная или плохо удобренная почва, это все дает возможность нам сомневаться в том, что с продуктами питания мы получаем какие-то питательные элементы. Поэтому вот здесь вот суточная норма потребляемых нами витаминов и минералов крайне важна. И она может быть обеспечена вот таким вот витаминно-минеральным комплексом отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Ну и, конечно же, один из самых важных, незаменимых источников полинасыщенных жирных кислот – это омега-3. Чем же она отличается от каких-либо других полинасыщенных жирных кислот? Я хотела бы, чтобы вы понимали, что на самом деле омега-3 – это не только рыбий жир. Это два вида кислот: ДГК, который называется доказогексаеновая кислота, ЭПК, эйкозапентаеновая кислота. Это те цепи, которые вот жирных кислот, которые делают жидкими нашу кровь, крепкими, без всевозможных холестериновых, да, жировых бляшек наши сосуды, эластичными нашу кожу, без воспалительных процессов наши суставы, крепкое сердце, отличную память. Это гарантия нашей полноценной здоровой старости, однозначно могу сказать. Омега-3 нужна совершенно в любом возрасте, в детском развитии, потому что идет большой объем информации. Для того, чтобы хорошо учиться в школе или в детском саду, правильно и быстро запоминать стихотворения на утреннике. Омега-3 нужна нашим подросткам, для того, чтобы хорошо учиться и чтобы кожа не страдала от угревых подростковых высыпаний. Омега-3 нужно взрослым, для того, чтобы воспринимать тот объем информации,
который еще 20 лет назад был нам недоступен. И согласитесь, что сегодня такое огромное количество гаджетов, такое огромное количество информационных потоков в виде социальных сетей, всевозможных чатов, каналов коммуникации. Это только омега-3 даст возможность нашему мозгу воспринимать абсолютно все эти потоки. Ну и, конечно же, омега-3 – это возможность в старости не быть обузой своим детям и не жить воспоминаниями, не страдать маразмом. То есть это тот самый момент. Почему я говорю об омеге-3 так много и действительно пою моду? Потому что, к сожалению, мы ее не получаем с продуктами питания. Вот ее нет в нашем организме. Если какой-то запас витаминов, ну, например, жирорастворимых витаминов все-таки в организме имеется, да, витамины группы, вернее, жирорастворимых, растворимые А, Д, Е и К, то вот омеги-3, к сожалению, в организме у нас нет. Она не синтезируется в нашем организме. Она может прийти к нам только с продуктами питания. И опять-таки это жирные сорта рыб, жирные, не замороженные, друзья, жирные сорта рыб и, конечно же, яйца. Но опять-таки вопрос, чем кормят тех курочек, насколько много омеги-3 непосредственно в яйцах. Поэтому вот тут вот, друзья мои, это тот продукт, который должен быть всегда. Я не знаю, многие из нас, конечно же, не сталкивались, но многие столкнулись. Я, например, застала вот то самое уникальное время, когда нас пичкали рыбьим жиром в детском саду. Это советское время, и это было безумно невкусно, и это было такое вот противное послевкусие во рту, вот, но мама заставляла, в детском саду заставляли, все это заставляли делать. Вот, друзья мои, сегодня могу точно вам сказать, что почувствовать это безвкусие или послевкусие, ну, нам не удастся, потому что все сделано настолько правильно, хорошо, субпродукты рыбы, капсула, оболочка, что рассасывается непосредственно внутри, сама по себе красивая, легко и удобно глотаемая. Вот, и, конечно же, норма – это 2 капсулы в день. Опять может появиться у вас такой вопрос, что делать, если ребенок не хочет, например, детскую омега-3 пить, а хочет взрослую. Я вот тут, вот, друзья, могу сказать, что в детской омега-3 всевозможных рыбьего жира, ДГК и ПК больше содержания, чем, например, во взрослой. И скажу почему. Потому что ребенку для развития нужно больше омеги-3. Почему она в жидком состоянии? Потому что ее не нужно ложкой заливать ребенку в рот, а потому что ее легко добавить в любую кашу, накапать на бутерброд, накапать на хлеб, и это будет полезно, это будет безумно вкусно. Вот, и ребенок не заметит, что он ел омегу-3. Плюс вот это как бы очень важно. Поэтому, друзья мои, чтобы наши дети были гениями, потому что рождается 93% гениев, и всего лишь 1% ими становится. Поэтому, чтобы они все были гениями, чтобы они хорошо учились и были вот действительно настоящими людьми, вот человеками с большой буквы, вот это тот продукт, который должен быть непосредственно в их рационе. И я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили еще об одной важной привычке. Это привычки пить воду. Сегодня мы говорим о привычке завтракать и о привычке пить воду, то есть питьевой режим. Почему? Потому что вот по самым последним научным данным могу сказать о том, что мы с вами все достаточно хорошо состоим из воды, да, ну, например, в каждой нашей клеточке она состоит на 70% из воды, наш мозг состоит на 85% воды, вода в крови это 94%, то есть достаточно, ну, много. Ну вот и если вот посмотреть на ребенка, да, который рождается, то в принципе целиком новорожденный младенец это 80% воды. Но с возрастом человек теряет влагу, уже к старости воды в организме человеческом становится 60%, а то и 50%. Поэтому если уж говорить о воде, вода это действительно настоящий источник жизни. Это очень важная составляющая. Почему? Потому что без пищи человек может прожить, ну, в течение месяца, а вот без воды человек не может прожить и нескольких дней. Поэтому
Одним из важных показателей того, что мы правильно употребляем воду, ну, является стабильный вес или его снижение. Если вы набираете вес, это значит, что вы недостаточно пьете воды, и наши какие-то запасы в организме начинают откладываться в виде жировых отложений. Вот это один из важных моментов, то есть это хороший показатель. Ну и давайте посмотрим, какие есть аргументы за... Ну, за то, чтобы мы могли с вами пить воду. Не содержит калорий. Да, и это правильно. Почему? Потому что вода сама по себе имеет нулевую питательную ценность. И так как наш организм тратит калории, то чтобы всосать эту воду, доставить воду клеткам, включить в обменные процессы, а также вывести через почки, это действительно колоссально потраченные калории. Поэтому как бы мы с водой не получаем калорий, но благодаря тому, что мы ее пьем, организм наш тратит калории. Объемный эффект или эффект объема. Вот здесь вот важно понимать еще один момент. Особенно если это касается уже регулирования привычки не только правильного завтрака, да, потому что вот во время завтрака за полчаса до еды рекомендовано выпивать стакан воды. Но если вы за полчаса до каждого приема пищи выпиваете стакан воды, вы создаете эффект объема. То есть какую-то часть желудка заполняется водой. А это значит, что вы съедаете меньше, у вас получается ощущение больше сытости. Съедаете меньше, но чувствуете себя гораздо-гораздо сытнее. Что еще делает вода? Вода – это очищение нашего организма от всевозможной грязи, токсинов, всевозможных распадов, жиров и так далее. То есть, что это такое? Ну, вот представьте себе, мы все с вами живем в квартирах. Мне безумно нравится этот пример. Почему? Потому что... Здесь четко видно на этом примере, как вода и какую роль играет вода. Мы с вами живем в квартире, которая есть центральное как бы постачание, да, поставление, доставка воды, да, есть горячая вода, есть холодная. И представьте себе, что без какого-то предупреждения нам воду отключили. Нет никакой воды, ни горячей, ни холодной. Возможно, мы какие-то запасы воды использовали во время того, когда, ну, у нас что-то было, возможно, ходили, покупали. Но все равно представьте себе, нет воды, а это значит, что у нас не убрано в квартире, это значит, что у нас не смывает унитаз в туалете. Это значит, что у нас очень много грязной посуды. Это значит, что идет неприятный запах, не хочется возвращаться домой. И так на протяжении всей жизни. Вот точно так же наш организм без воды, он точно так же засирается, как наша квартира. Простите за мой французский. Но тут, в данном случае, представьте, когда воду в квартиру дали. Что тогда происходит? Происходят достаточно очень хорошие вещи. Мы с вами начинаем вымывать. У нас достаточно хорошо пахнет в туалете, у нас нет грязи на кухне, у нас пахнет квартира, как она у нас сверкает, как после генеральной уборки. Вот так вот и вода в организме, она моет наш организм изнутри. Она выводит все грязи, все шлаки, все токсины, продукты распада жиров. Она делает все для того, чтобы наш организм внутри сверкал, как квартира после генеральной уборки. И плюс вода является источником доставки самых важных питательных элементов в глухо отдаленные районы нашего организма. Туда, куда не ходит почта, туда вода принесет непосредственно питательные элементы для наших клеточек. Поэтому вода безумно важна, и важно понимать, как она очищает наш организм. Ну и плюс вода еще и избавляет от застоя. Вот если вы обращаете внимание на людей, у которых есть отеки, или, например, отеки на ногах, то наряду с тем, что здесь нарушено кровообращение или проблемы с сердцем, еще и недостаточное потребление воды. Я очень часто могу замечать, да, если у меня есть какая-то командировка, поездка, я где-то сижу, у меня отекают ноги, я могу заметить, что происходит небольшой отек, но если я выпиваю нужное количество воды, отек проходит достаточно очень-очень быстро. То есть это касательно абсолютно всех. Это основная причина вот
отеки – это основная причина также появления целлюлита в нашем организме, того, что видны жировые отложения в организме. А вода позволяет избавиться от этого всего. Поэтому, возможно, у вас может появиться вопрос тогда, какую воду нужно пить, сколько ее должно быть, в каком она должна быть состоянии. Так вот, для того, чтобы понимать, как правильно пить воду, важно знать, что вода должна быть теплой, комнатной температуры. Конечно, если вы хотите стакан ледяной воды, потому что вот будет жара, конечно, для организма это стресс. Почему? Потому что внутренние органы начнут сильно работать на полную вот мощность для того, чтобы согреть эту воду организме, да, и, ну, вот, для того, чтобы согреть, потратится как минимум 200 килокалорий, вот, это столько сжигается калорий, сколько если бы вы ходили час по магазинам занимались бы шопингом. Воду нужно пить небольшими глотками за полчаса до еды. Нельзя водой запивать еду. Вот запивать водой нельзя. Вы в следующий раз можете выпить воду за час после еды. И очень важно понимать, что воду, питьевой режим тоже должен быть, если он нарушен, если он неправильный, тоже должен начинаться с малого. Определите, что ваша цель как минимум пол-литра вначале нужно пить ее в день. Но для того, чтобы понимать, сколько нужно выпивать, нужно ваш вес умножить на 30 мл. То есть 30 мл воды мы умножаем, например, на 60 кг, и это 1,8 литра в день чистой воды вы выпиваете непосредственно в течение целого дня. Любой степени минерализации, кроме горячей, кроме газированной, кроме сладкой воды, совершенно разной степени минерализации. Вот, поэтому... Ну, еще один момент, да, как правильно, ну, суточную норму мы рассчитали, но, в принципе, что делать людям, у которых большой избыточный вес, да, ну, например, у человека 100 килограмм, а он хочет снизить, то, друзья мои, кроме того, что здесь должен быть правильный рацион питания, индивидуально подобранный, тут должен быть и, конечно же, полноценный питьевой режим. То есть, если мы 100 кг умножаем на 30 мл, то, друзья мои, 3 литра в день нужно выпивать. Но с учетом того, что вес будет уходить, будет и коррекция питьевого режима. То есть, воды человек тоже будет пить меньше. Поэтому однозначно для здоровья, для отличного самочувствия питьевой режим должен быть. Для тех, кто занимается спортом, кто бегает, питьевой режим вот для спортсменов, он немного другой, его должно быть больше. То есть это один из важных моментов. Почему? Потому что особенно во время тренировок вообще диетологи рекомендуют каждые 7-10 минут выпивать, делать несколько глотков воды и пить воды просто больше. Для тех, кто, в принципе, занимается спортом. И еще я хотела с вами поговорить об одной из важных вещей, которые сегодня безумно актуальны. Это возможность, то, что нам, наверное, осталось, это привычка зимы, вкусно, сладко покушать. Да? Почему? Потому что зимой, как правило, мы меньше двигаемся, не находится каких-то таких вот увеселительных мероприятий. Вот сейчас можно пройтись пешком, не спешить домой, посидеть в парке, встретиться с подругой, выпить чашечку кофе, все что угодно. А зимой мы спешим домой. Зимой, потому что на улице холодно, не хочется находиться на улице. И вот это приводит к тому, что мы больше потребляем, меньше двигаемся. И вот привычка вкусно, сладко поесть, она у нас остается. Так вот, друзья, замените сладкую привычку на вот такие вот протеиновые батончики Natural Balance. Почему? Потому что они, во-первых, безумно вкусные. Во-вторых, они только из натуральных компонентов. В-третьих, они содержат низкий гликемический индекс, что безумно важно. Они не содержат никаких искусственных ароматизаторов, никаких искусственных красителей, всевозможных подсластителей. В одном батончике всего лишь 150 калорий. Поэтому это еще одна важная питательная ценность. Батончик имеет два разных вкуса. Вкус шоколада и вкус лесных ягод. Батончики богаты...
протеином, богатый клетчаткой. Это как бы один из важных моментов, на которые тоже стоит обратить внимание. Но если посмотреть на питательную ценность, то скажу, что наши батончики, они полезны для здоровья, они безумно натуральные, они 100% натуральные, они содержат три вида протеинов. Это протеины молока, это протеины горошка, протеины сои, 4 вида злаков, ячмень, овес, рис и пшеница, а также антиоксидантные составляющие, такие как гранат, черника, ягода асаи и бобы, какао-бобы. Вот, друзья, вот здесь вот очень важный момент. Почему говорят очень часто, чем наши батончики отличаются от других? Во-первых, они не содержат никаких сладостей, никакой карамели, никакой нуги. Во-вторых, они содержат натуральные ягоды, антиоксиданты, которые безумно комфортны и максимально защищают наш организм от повреждений. И вот эти 4 вида злаков дают сытость. Это как бы отличная возможность сладкого перекуса. Это отличная возможность. И если вы любительница сладкого, обязательно обратите внимание на эти продукты, потому что не всегда человек может... ему будет достаточно одного батончика. Очень часто человек наедается половинкой батончика во время правильного здорового перекуса. Поэтому обращаю внимание на натуральные батончики с двумя нашими вкусами. Итак, если поговорить или подвести итог, что мы сегодня говорили в течение 50 минут, мы сегодня с вами говорили о привычке полноценного правильного завтрака. Я уверена, что вы запомнили, что вариантов может быть масса. Это могут быть и каши, это могут быть всевозможные вкусные полезные бутерброды, отварная курица, овощи. Это может быть какой-нибудь йогурт классический, без всяких сладких добавок, вот, либо источник белков яйца. То есть, но очень важно понимать, что вместе с витаминно-минеральным комплексом это безумно будет круто и очень-очень сильно полезно. Мы сегодня говорили еще и о привычке формирования в правильном питьевом режиме, о том, сколько нужно выпивать воды и как ее правильно делать. Вот здесь вот я увидела вопрос, что расчет воды на реальный вес или на идеальный. Здесь вот, друзья мои, я могу точно сказать, что мнения всевозможных разных диетологов, они меняются. Но я знаю точно, что для того, чтобы снижаться в весе, нужно не идеальный свой вес и потреблять воду, а на реальный. Если человек весит 100 кг, то 3 литра воды ему нужно научиться пить. Как только человек начнет снижать вес, у него будет снижаться и потребление, тот питьевой режим уменьшаться будет. Если человек не приучен этого делать, то у него должна быть цель. Начиная с полулитра в день, он должен увеличивать дозу каждую неделю. Это очень-очень важно для того, чтобы снижать весе. Поэтому я против идеальных весов. Я считаю, что для того, чтобы вот целенаправленно и правильно снижаться в весе, должна быть реальная картина. Реальный вес умножаем на 30 мл, столько воды в день ты пьешь, и это еще одна возможность тебе снижаться в весе. 10 тысяч шагов ты ходишь, и это твоя возможность снижаться в весе. Ты отказываешься от сладостей, булок и всевозможных простых углеводов, это возможность снижаться в весе. Ты берешь Wellness Pack, ты оформляешь Wellness Life Plus подписку, твой идеальный вес, и это твоя возможность снижаться в весе. Вода, двигательная активность, твой идеальный вес, Wellness Life подписка, и, друзья мои, будет нам счастье. Вот, поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно их сейчас задавайте, я еще какой-то вот период до 4 часов, еще 7 минут побуду с вами, потому что мне хочется, чтобы мы с вами максимально эффективны были в предложении категории wellness, в том, что сегодня у нас с вами есть замечательные продукты, и это еще один повод нам с вами говорить и обращаться к людям. Вот, и если будут вопросы, обязательно на них пишите, задавайте вопросы. Если нет, то я желаю вам крепкого здоровья, ну а я еще 7 минут здесь с вами на связи. Может, вам что-нибудь такое интересное показать? А, я могу вам показать презентацию, а вы ее скачаете, если вы хотите, конечно.
Видите, да, у вас под слайдом появилась презентация, надпись. Да, запись будет там, ну вот завтра с утра однозначно запись вебинара разместим и в продуктовом канале, и в wellness-прокачке. Вы видите, вот под слайдом написано Дроздова, 16 мая 2018 год. Нажимая на второй значок, это значок дискетки, вы загружаете себе эту презентацию. Есть абсолютно все подстрочники, поэтому обязательно смотрите, используйте в своих wellness-клубах, на всевозможных ваших wellness-встречах эти презентации, эти слайды.